Всем доброго вечерочка! Обожаю это время суток, потому что за окном темнеет, а дома у меня остается все так же светло и уютно. И это благодаря моим разнообразным растениям. Я очень люблю выращивать комнатные растения, наблюдать за их развитием, за цветением и за появлением новых листочков. И сегодня, как вы уже, наверное, догадались, мы отправимся на верхнюю полочку. Вот у меня уже приготовлена моя любимая лесенка, без которой в цветоводстве никуда. И вот мы с вами под самым-самым потолком. Вот такая у меня лампа настольная здесь служит для освещения цветочков. Иначе здесь никак не закрепить, потому что потолок натяжной. И здесь у меня живут растения, которые больше всех нуждаются в свете. Тут очень интенсивное освещение. И, например, такие растения, как сцендапсусы или эпипремнумы, как удобнее называть, получали здесь ожог. Поэтому здесь у меня располагаются самые-самые любители света. Или те растения, которые нуждаются в интенсивном освещении, находятся в затруднительном положении, то есть болеют. Но сейчас обо всем поподробнее. Здесь у меня слева живет хлорофитум. Большой-большой шикарный хлорофитум. И живет он у меня здесь неспроста. В общем-то, у меня все растения получают свое место неспроста. Со временем все подбирается, кому как удобней. Они сами подсказывают. Стоит он у меня, потому что любит яркое освещение, иначе его вот эти полосочки становятся бледные и неразличимые. Обязательно хлорофитуму нужно хорошее освещение, но не прямое солнце. В противном случае хлорофитум также лишается полосочек. Я пробовала на солнце ставить, и он выгорел. То есть блеклые стали листочки и как будто шершавые, как будто, знаете, подгорели немножко. В общем, с хлорофитумом мы договорились, что ему нравится вот это место. Здесь очень длинный световой день. Я подсвечиваю растения примерно по 12-14 часов. Бывает намного-намного больше. Если, например, мы встали рано куда-нибудь в 7 часов утра, спать ложимся в 2 часа ночи. У меня запросто такое может быть, потому что я зачитываюсь книги. Вот так могу досидеться до рассвета и не заметить, как пролетело время. Вот, это мы отступили немножко. А еще хлорофитум является неприхотливым растением, и только он может выдержать сквозняк. Вот тут из окошка всегда очень хороший ветерок. Более капризные растения я бы здесь поставить не рискнула, потому что ночью может быть, например, плюс 18, и тогда нежные растения может и продуть. Конечно, в прохладную погоду я форточку на ночь не оставляю открытой. Но вот сейчас летом, конечно же, окно открыто. И стоит у меня здесь генура. Генура у меня два кустика, потому что один в излишках. У меня здесь она была очень-очень большая. Я ее отдала в другой дом, а себе оставила маленький горшочек вот такой вот. И даже опять у меня есть излишки. Очень она хорошо растет. И если ей дать волю, то она бы заняла всю эту полку. Ну, на что я согласиться никак не могу, потому что я хочу и другие цветочки, не только генуру. Люблю это растение за фиолетовый бархат, пушистые листочки. Ее приятно не только созерцать, но и трогать. Люблю это растение, и оно у меня, так же как и хлорофитум, живет всю мою жизнь. Представляете, они у меня даже и стоят рядом. Одинаково неприхотливые, одинаково любимые с самого-самого детства. Вот такие вот красотунчики, которые мне нравится и видеть, и выращивать. Не капризные совершенно. Это не может не радовать. Дальше. Здесь у меня живут... Так. Это бугенвилия. Бугенвилия у меня укоренялась.
Здесь был еще черенок, но он погиб. А вот этот очень хорошо укоренился. Здесь замечательные корни, но пострадала макушка. Бугенвиллия скинула все листочки. И выглядит на данный момент очень непрезентабельно. Я такое растение не могу никому предлагать. Мне просто неудобно. Ну что это за чудо такое общипанное? И вот она постепенно, при хорошем освещении обрастает. И еще я смотрю, пробуждаются на стволике почки. Я думаю, она скоро станет красавицей. Тогда я ее и передам в новый дом. С чистой совестью, с красивой кроной. А корни у нее уже отличные. Я думаю, недолго нам ждать хороших листочков. И так, это уберем в сторону. Вот, хочу поставить рядом вот этих двух красавиц. Вы, наверное, знаете, кто это. Это две сансевьерии Honey Gold. В общем, они, да, они у меня попали в реанимашки, к сожалению, к моему величайшему. Когда у меня был отпуск вместе с мужем, но вы, конечно, этого не заметили, потому что видео на канале выходили регулярно по своему графику, ничего не пропускала ни одного денечка. В общем, у меня случилось с этими сансевьериями беда. Они были в одном горшке, мама и дочка. Вот это вот мама. Это доченька, которая начала расти. И я заметила, что вот тут очень-очень много коричневых пятен внутри, между листьями. Вот, я достала эти растения из горшка. Разобрала нехорошие листья, которые просто отваливались от стволика. Обработала все Максимом. Конечно же, я разделила маму с дочкой, чтобы болезнь не пошла от одного растения к другому. И, в общем, они находятся у меня теперь порознь в специальном грунте, который я для них составила, лечебный, с большим-большим содержанием угля. И в данный момент они у меня находятся на реанимации. Я жду, что будет дальше. Они будут погибать или расти, это пока неизвестно. В общем, случилась у меня вот такая неприятность. Конечно, в следующем обзоре сансевьерий я покажу, как они себя чувствуют, что у них произошло. И вот здесь вот они у меня стоят, потому что здесь длинный световой день. Когда остальные сансевьерии уже вот только краешком листиков ловят, отсвет от стеллажа, и за окном уже нету солнца, то здесь у меня продолжается яркий солнечный свет, и больным растениям, конечно, тут выхаживаться лучше. У меня надежда, что хотя бы выживет детка, потому что у нее здоровая точка роста, и весной она начала расти. Но у нее тоже есть рыжие пятна. Я все-все обработала, они все ниже грунта, они все у меня намазаны вот этим красным веществом. Это Максим. В общем, такая вот неприятность. Попали они у меня тоже на полочку с реанимациями. Пока что печально, прям волнуюсь я за них. Пока ничем они не обнадеживают и не радуют. Дальше стоит у меня тут на реанимации вот этот фикусенок. А мы с вами его видели в прошлом видео, в обзоре фикусов. Я вам показывала, почему он тут находится. Растет он очень медленно и все еще пытается отойти от стресса. Стресс у него был большой, он чуть не погиб. Он у меня оказался без корней купленный и поскидывал все листочки. И чудом каким-то дал корень и простоял с единственным корнем всю зиму. И вот только сейчас начал расти. Конечно, я ему даю повышенное освещение и усиленный такой уход. И переходим к хоям. Есть и среди них у меня реанимашка. Вот она. И это хоя. Триколор, с которой мы никак не договоримся. Так. Посмотрим ее поближе. Она у меня тоже год уже как пытается погибнуть. Но со мной такой номер не пройдет. Я все время ее вытаскиваю
из этого состояния я ее уже переукореняла, пересаживала, меняла грунт. И в последний раз от нее осталось два вот этих листочка, которые выглядели очень-очень печально. Стволик был такой коричневый, знаете, как будто с гнильцой. Но я все равно ее поставила в стакан и под усиленное освещение. Вот этот свет, длинный световой день, порой делает невероятные волшебные вещи. Вот эта хоя дала корни, несмотря на то, что я в стакане несколько раз ее полностью пересушивала. Я просто забывала подливать воду. Я уже на нее уже рукой махнула. Ну сколько можно ее выхаживать? Уже целый год. Она была на 4 листа, потом нижние листы сбросила. И опять стала на 2 листочка в таком виде, в котором я ее и приобрела. Ну и вот мы с вами ее посадили. По-моему, в обзоре про орхидеи была эта посадка. И я вижу, что из-под земли пробивается росточек. Вот он такой фиолетовый. Я вижу, что есть у нас листочки. Вот так вот. Длинный световой день и забота. Могут вернуть растения. Могут, в общем, вернуть растения из состояния небытия. Я на нее очень надеюсь. Может быть, на какой-то раз, не знаю какой, у нас не все получится. Я не отпускаю ее, как она бы не хотела у меня загнуться, я ее не отпускаю. Вот, хоечка, кентиана, красотка, ой, я ее обожаю. Тоже у меня не сразу с ней удалось наладить дружбу. Она какое-то время скидывала листочки, она почему-то их покрывала каким-то коричневым налетом, я даже не поняла, что это. Ну, я догадываюсь, что она просто портила листочки, потому что ей не хватало света. То есть в нашей средней черноземной полосе света для хой недостаточно. И стоило мне поставить вот под это суперинтенсивное освещение, то с ней все сразу пошло. Дело пошло. И она у меня настолько разрослась, что я уже ей делилась даже. Вот смотрите, пенечек, я тут такую вот ветку отстригла. И, по-моему, как будто от нее и не убыло. Прям вообще, она очень меня радует. Умничка. Стоит подобрать растению хорошее место, создать условия, порадовать. И оно будет радовать взаимно. В общем, тьфу-тьфу, молодец. Ей очень довольна. Дальше. Здесь стоит еще одна моя красавица. Красавица, которая тоже немножко лишилась макухи. Ну, кто смотрел мое видео, где у меня большое количество крутых новиночек, те знают, куда делась эта макушка. Она пошла на обмен. Я ездила в гости на Philodendron Burley Max. Вы знаете, ну, да, у нее тут убыло, она стала такая половинка от былого пышного куста. Но она вырастет, она восстановится. А вот Burley Max я не могла найти варигатный, ну никак. Конечно, я очень рада, что вот такой обмен состоялся, и рада встречаться с цветочниками. Вообще рада очень такой возможности, что можно поменяться. Потому что покупать растения, мы все знаем, что дорого. А поменяться, я очень рада, что у меня есть такие растения, которые нравятся и на которые можно поменяться. Так что вырастет она, вырастет, ничего страшного. Хоя Australis Lisa не капризна и очень хорошо растет. Но опять же, когда я подобрала им место, много света, длинный-длинный световой день. Так что все у нее будет хорошо. Вот она какие новые листочки вырастила. Когда они совсем молоденькие, они имеют вишневый цвет. Очень красивая хоя и достаточно распространенная. В общем, я не могла себе такое не завести. Есть у меня более такие экзотические хои. Да, как бы тут все передвинуть и ничего бы не свалить. А то, знаете, с 2 метров, если что упадет, то все, считай, пропало. Вот, например, хоя считается редкая, экзотическая. Это хоя Wilbur Graves. Очень дорогая, как по мне. Я покупала череночек на 2 листа, на срез, даже не укорененный.
за 800 рублей. Это мне прям очень кажется дорого. Но тогда мне так хотелось эту хвою. Я в ней что-то увидела такое невероятно притягательное. Возможно, вот этот серый цвет, которого так много на ее листочках. И сами листья у нее какие-то синеватые. Вот смотрите, вот эти зеленые, а вот эти совершенно другого цвета. Она меня очаровала в сравнении с другими хвоями. Очень выделялась в массе зеленой. Совершенно другой цвет. Она вся какая-то серая, серебристая. И вот она потихоньку начинает расти. Тоже, кстати, не из простых, а из капризных. Ну, в общем, у меня вообще с хвоями никак не ладилось, пока не нашла им вот это удачное место. На солнце они не хотели расти. Видимо, недостаточный световой день в нашей черноземной полосе. И вот она отрастила какое усище. Усище, которое я уже вынуждена крепить, иначе она его вкрутит куда-нибудь. Например, в лампочку хвои это любят очень делать. Растит листочки, но пока что не все достаточно залиты вот этим сплэшем, как хотелось бы. Вот тут вот листочки, вот эти вроде покрасивее будут. Вообще бы, по идее, хвои надо отстригать не сортовые черенки, но мне пока что это делать жалко. Вот если я увижу, что она совсем выдала плеть всю зеленую-зеленую, тогда, наверное, буду стричь. А сейчас пока что мне жалко. Но пока вроде есть сплэшность, вот эта пестрота, пусть пока растет. Буду наблюдать, смотреть. Вот этот листочек вроде обещает быть очень-очень даже сереньким, серебристым. Дальше. Есть у меня еще одна хоечка. Так, вот это. Вот она моя, похожа на крокодильчика. Хоя Калимантан. Это хоя заядлая цветунья. Но не у меня, конечно же, не у меня. У меня все растет и пышет, но не цветет. Вот такой вот я цветовод. У каждого свои какие-то тонкости. А у меня вот так вот. И она настолько тоже замечательно растет, что я ее черенковала уже. Представляете, вон там вот пенечек. В общем, обрастем, ничего страшного. Как я уже говорила, я очень рада, что у меня есть такие растения, которыми можно поменяться и получить свою долгожданную какую-то желанную хотелочку. У этой хвои листочки вырастают молодые, серебристые. Вот совершенно серебро, а потом становятся зеленые. Ну вот он уже видно. Видно чуть-чуть бочок серебристый слева. Осталось вот чуть-чуть кусочек. А так уже позеленел. Очень красивое растение. Я не знаю, у кого там заядлая цветунья. У меня растунья. В общем, как и все другие мои цветочки. И вот еще одна хоя. Хоя. Хоя из Кима. Silver Splash. Ну, такое у нее было название при покупке. И она действительно была Silver Splash. Но после двух переукоренений она стала зеленая сплэш. В общем, и рада бы ее чикнуть, но все варигатные листочки, такие сплэшные, пестрые, остались на срезанных корнях. В общем, я ее два раза переукореняла, и это каждый раз удаление нижних листочков. И, в общем, не осталось совсем тех, с которыми я ее приобрела. Они были полностью залиты вот этим серебристым сплэшем. В общем, все. Она у меня, похоже, будет теперь вот такая вот. Зелененькая, изредка с серебристым сплэшиком. Ну что же, значит, будет такая. Не получилось сохранить эту ее сплэшность. Но это, знаете, как это надо было как-то и стричь. Может быть, под корень ее надо стричь. Она и так, в общем-то, непростая красотка-то. Раз она два раза у меня сбрасывала корни, стоит ли ее еще стричь и мучить? Так что хоечки, они вообще такие непростые растюхи.
А если еще чикнуть? Ну, не знаю, я подумаю, конечно. В общем, черенок достаточно сильный отрос, крупный прям, листы такие. Может быть, и стоит ее чикнуть, хотя бы ради того, чтобы подсадить и сформировать кустик. Может быть, я до такого тоже додумаюсь, кто знает. Пока что вот ращу вот эту веточку, и она очень хорошо растет. Пусть пока подрастет, а может быть, потом мы с вами ее и сформируем кустиком, кто знает. Так, тут у меня дальше стоит маленькая деточка хлорофитума, точнее здесь их три штуки. Три штуки, никак они у меня не найдут хозяев. Что-то плохо вообще цветочки у меня раздаются, жара, не знаю, может быть все на природе. И уже такие цены ставлю смешные. Лишь бы, знаете, лишь бы забрали, лишь бы не выкидывать, потому что для меня выкинуть растения это... Ну, рука не поднимается, я их раздаю ударом. Всем предлагаю, а заберите хлорофитум, а заберите декабрист, а заберите традисканцию. В общем, большинство соглашаются. И бесплатно, ну, я уже поднимала как-то эту тему. В общем, бесплатно забирают растения все, потому что, ну, платить-то не нужно, а всегда можно передарить кому-то, там, подружке, маме и так далее. Вот, и они у меня потихоньку раздаются. Лучше пусть я отдам кому-то, кто передарит или продаст, чем выкину. У меня вот такая политика. Мне очень жалко, потому что они для меня живые. Конечно, они живые. То, что они не умеют пищать, это не значит, что они ничего не чувствуют. Бывает, какому-то растению там пригрозишь мусоркой, если оно плохо растет. Не знаю, я с ними и разговариваю порой, ну, что ты не растешь, задаю вопросы, вот что тебе надо, и порой что-то меняется. Растение, мне кажется, чувствует, если не понимает слова, то чувствует нашу энергетику, нашу заботу, и это однозначно чувствует. И вот еще одна хоечка, последнее растение на этой полке. Вот это называется Pubicalis Fresno Beauty. Она у меня прям красотка. Очень хорошо растет, наверное, одна из самых неприхотливых хоечек. Посадила, и так она с тех пор растет и растет. Ну, может быть, чуть-чуть, пару листочков она сбросила от жары, отжелтила и сбросила. Но в остальном проблем никаких она не показывает, никаких жалоб и капризов. И тоже я уже ее черенковала, уже делилась. В общем, замечательно. Я люблю, когда растения хорошо растут и когда могу поделиться. Я прям счастлива. Вот такие вот неприхотливые растения, не капризные, делают меня счастливой. Так что любите свои цветочки, подбирайте им комфортные места обитания, и они в ответ будут также делать вас счастливыми. А я на сегодня закругляюсь. Всех благодарю за дружбу, внимание и лайки. И пока-пока. До скорых встреч. Увидимся.